Обращение в Совбез ООН, угроза задействовать армию, сорванные переговоры. И в географическом и в эмоциональном смысле это самые что ни на есть африканские страсти, которые не остудить нильской водой, поскольку ни Египет, ни Эфиопия, ни Судан не желают уступить соседу ни каплю пресной бесценной влаги. Космическая съемка подтвердила, Эфиопия начала заполнять водохранилище почти достроенной гидроэлектростанции Хидасе, обещающей стать самой мощной в Африке. В переводе с амхарского Хидасе означает «возрождение». Возрождение для Эфиопии – это засуха, голод и безработица в Египте, уверены в Каире. Электростанция может оставить крупнейшую страну континента без водных ресурсов. Строительство дамбы – это катастрофа со всех точек зрения. Последствия такого шага поставят Египет перед угрозой ужасной засухи. В Аддис-Абебе, в свою очередь, не желают замораживать или откладывать почти завершенный проект. Египет никого не спрашивал, запуская Асуанскую ГЭС, напоминают местные политики. Эфиопия тоже не будет просить разрешения на возведенную на берегу Голубого Нила Хидасе. Решение о приостановке строительства дамбы на срок от 12 до 20 лет для нас совершенно неприемлемо. Нил – это свет и хлеб половины африканского континента. Великая река почти 7 тысяч километров от истоков в Уганде до места впадения в Средиземное море в районе Египетской Александрии. Самая протяженная на планете водная система. Со времен фараонов это зерновая житница, снабжавшая пшеницей императорский Рим и большую часть персидских царств. Сегодня практически все население, переживающего демографический бум 100-миллионного Египта, почти вся его промышленность и сельское хозяйство сосредоточены на 24 тысячах квадратных километрах дельты реки. Но плотина электростанции Хидасе, возрождение, что вот-вот даст мощнейший импульс эфиопской экономике и даже позволит экспортировать энергию в Восточную Африку, может убить экономику египетскую, где через 30 лет население грозит вырасти на треть, а зерна уже сегодня не хватает настолько, что приходится закупать его в России. Египет полагает, что когда он получает, его 100-миллионное население получает 98% всей воды из Нила, и египетская цивилизация тысячелетия выросла на Ниле, то ему должна принадлежать большая доля вод Нила. Соответствующие договоры когда-то были заключены. Но в верховьях Нила страны считают по-другому. Каирские дипломаты рассчитывают, что Совбез ООН может заставить Эфиопию сначала договориться с соседями, а затем только заполнять водохранилище. Цель проекта резолюции Совбез ООН – инициировать переговоры и предостеречь всех от односторонних шагов. Многолетние переговоры и поиск компромисса между Каиром и Аддис-Абебой при посредничестве США провалились. Ожесточенные дискуссии с угрозой применить военную силу могли довести до кипения нильскую воду, но противостояние чуть ослабло после встречи египетского и эфиопского лидеров на африканском саммите в Сочи. До войны пока не дошло, но большого водяного перемирия этим летом в Африке, очевидно, не будет. Сергей